Доброе утро! На календаре 5 августа Православная Церковь сегодня вспоминает мученика Трофима. В народе его называли бессонником. Если в поле работа, спать неохота. И действительно, если стояла сухая погода, старались переделать все дела в поле. И в это же время молодые люди и девушки шли в лес и собирали малину и калину. Этот день так и называли – калинки-малинки. Собирали, варили варенье и пекли пирог с этими ягодами. Про малину говорили – отведаешь малины – хмельным от любви будешь. Отведаешь калину – изведен от любви будешь. Конечно же, эти ягоды любили за их целебные свойства и за тот приятный вкус, они который нам дают. Всем мир, любовь, обнимайте любимых чаще – кушайте ягоды, не забывайте про работу.